Сегодня в работе велосипед Каратэч Гармония. Это такой вот заниженной рамой, вероятно, дамский велосипед. Опять подсидел, у меня очень высоко стоит. Велосипед в отличном вообще состоянии, весь чистенький, весь красивенький, все хорошо. Но смотрите, как сделана тормозная линия. То есть вот она пошла и опускается до самого низу через раму и поднимается наверх. Здесь была просто гигантская петля прямо до шатунов. Вот здесь вот петля шла сначала вверх, потом опускалась вниз. И здесь была очень большая линия от тормозной ручки до начала рамы. Соответственно, мы при клиенте, он говорит, плохо, не могу, сил не хватает, нажать, все плохо, ничего не расходится, ничего не тормозит. Вытащили при нем тросик весь закисший, то есть вода, поскольку вот эта штучка была как-то вот поднята по-другому, натекла туда вода, и вот в этом месте, внизу рамы, все закисло. Прям белые-белые окислы пошли у тормозного тросика. Соответственно, мы поставили сюда хороший, дорогущий, самый дорогущий, который у нас был, шимановский тросик из нержавейки, который не окисляется. Налили чуть-чуть маслица в рубашку, поставили новую, хорошую, дорогую рубашку, и теперь все работает вообще отлично и замечательно. Далее, говорит, щелкает каретка. Потом, правда, спросили, почему так дорого ремонт. Говорит, у нас щелкает каретка. Поменяли мы им каретку. То есть сняли шатуны, все почистили, вынули каретку. Каретка вся внутри ржавая. То есть, вероятно, попадает вода. Вот сюда вот куда-то попадает, брызжет. Где-то, может быть, еще какие-то отверстия есть технологические в раме. Вода стекает в каретку, и каретка очень сильно ржавеет. Заменили, соответственно, каретку. Ну и дальше настроили тормоз. Что тут еще по мелочи сделали. Но в целом вот все хорошо. То есть, смотрите, переключатель Dior в отличном состоянии. Износ трансмиссии вообще нет. То есть этот велосипед еще там 10 лет отъездит, если кататься аккуратно. Но тут единственное, что провода были выдернуты из разъема почему-то. Но тоже вставили обратно. Классные покрышки. Мне вот очень нравится Continental Double Fighter. И вот здесь вот 28-е стоят такие классные полуслики с мелким протектором. И для грунта подходит, для плотного, и для асфальта идеально. В общем, очень хороший, интересный велосипед. Легкий, накатистый. Единственное, что я сидушку сейчас поставил очень высоко. Вы, соответственно, подумаете, что он просто гигантский. На самом деле нет, он компактный, он для девушки подходит идеально. То есть вот такое небольшое техническое обслуживание получилось там в районе 1500 примерно. Чуть дороже, около 2, по-моему. Но это вот замены каретки, замены рубашки и замены тросика на самые-самые дорогие шимановские. Поэтому техническое обслуживание может быть и недорогим в том случае, если велосипед у вас чистый, если он катается аккуратно, если он никуда особо не падает, если на нем никто не прыгает, то вот здесь и втулки перебирать не надо, и спицы править не надо. То есть здесь все хорошо. Так что следите за велосипедом в наше время, и долго он у вас прослужит и сэкономит вам как можно больше денег. Ну вот, кстати говоря, вот так вот выглядит каретка от Каратэча. То есть, видите, ржавчины, несмотря на большое количество смазки, которая здесь совершенно не нужна, большое количество ржавчины, и при прокручивании, одной рукой я сейчас не покручу, слышно, как все это щелкает и трещит, а под нагрузкой, соответственно, это будет еще сильнее. И также вот по каждому велосипеду, то есть вот сейчас я снимал другое видео, то есть мы все показываем клиенту, все складываем в пакетик. То есть вот здесь вот, например, по этому велосипеду ободная лента вот так вот окислилась, задубела, и она стала протирать покрышку. Клиент говорит, у меня спускает каждую неделю камера. Соответственно, мы берем эту камеру, меняем на новую, потому что воду опускаем, и из каких-то микротрещин по внутренней стороне идет у нас пузырьки воздуха. И вот весь этот пакет, соответственно, клиенту покажем. Если ему не надо, мы это в чермет сдадим, потому что металл стоит денег. А если надо, он это все заберет. И так по каждому велосипеду вот мы откладываем в пакет все старые запчасти, чтобы показать клиенту, что было поменено, чтобы он видел, что это его запчасти. И плюс, соответственно, чтобы он понимал, в чем причина износа, в чем причина вообще любой проблемы. Вот велосипед тоже стоит, тоже у него кучка запчастей сложная и так далее. То есть мы все это рассказываем, чтобы человек понимал, в чем у него проблема, как у него идет износ, почему все это изнашивается, и, соответственно, более бережно относился к велосипеду.